Откуп от тяжелой болезни на рис, водку, сахар на кладбище. К хозяину кладбища. Если появились признаки или предчувствия болезни, то взять водку, рис, сахар и высыпать ночью на кладбище, жертвенник или около кладбища, рис, сахар. И стакан водки из литровой бутылки вылить на перекресток, сказать: «Откупаюсь от болезни. Примите, хозяин кладбища, умершие, которые помогают, и умершие, которых все забыли. Прошу, заклято». Придете домой, увидите на картах, что все изменилось резко. Ритуал в темное время суток, в светлое время не делать. Жертвенник, я имею в виду древний, если вы знаете. Нет, можете около кладбища делать.